Финальное включение. Сейчас Зои продемонстрирует мастер-класс, как ее хозяйка выполняет ее команды. Зои будет командовать, а хозяйка будет выполнять команды. А, я перепутал, все наоборот. Татоша, не мешай, ты у нас не мастер и не класс. Отойди. Дай ему одну кусочку, да? Нажал, я тебе кидаю. Да. Вот, все, иди к маме. Не мешай, люди работают. Люди работают. Иди сюда, ко мне, иди. Татоша, вот там, туда иди к Жанне. Иди отсюда, иди отсюда. Иди отсюда. Иди, Татоша. Ну-ка, иди отсюда. Иди, Зои. Идите на кухню вместе с Татошей. А мы поснимаемся. Иначе с вами никак ничего не снимешь, ничего. Никакого этого, никакого кино. Никакого кино. Ну, Зоечка, давай покажешь, что там. Давай, ну-ка. Давай, Зоечка, танцуй. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Танцовщица моя кружит, моя зайка. Зой, танцуй. Вот, молодец. Вот видите, она у нас танцует. Молодец. Так, сейчас. И надо меньше кусочек, да? Да, а то он застревает во рту между зубов. Это для Татоши, да? Ну-ка, это для Татоши. Иди отсюда, уйди от ребенка. Уйди, будь зрителем. Давай, зритель, приз зрительских симпатий получишь. Зоечка, давай, барьер, покажи, кто там есть, барьер, давай. Опа, хопа, хоп, хоп, хоп. Пять, еще шесть. Да. Ну, будем считать, что ты попрыгала на скакалке через мамину ногу. Да. Барьер. А вот этот барьер смотрит. Зоечка, кругом. Нет, кругом. Ой-ой-ой. Подожди, Татош. Молодец, какая вот, папа, аж на голова закружилась. Домик, Зоя. Где домик? Давай домик. Домик. Зоя, go home. Молодец. Вот, Татоша, ты вообще молчи. Ты вообще у нас необразованный, в школу не ходишь. Поклон. Нет, ай-яй, вставай. Давай. Не, покажи поклон. Поклон. Тебе лишь бы у ребенка. Ну, ничего, нормально. Я поклонился вместо тебя, Зоечка. Мне тоже вкусняшку дадут. Сейчас я дам. Не надо ничего, Жанна, не лезь, блин. Почему? Он это тоже ему понравилось. Ему тоже понравилось? А, ну пусть. Зоечка, Таня. Паша, забери его, пожалуйста. Колбаску, да? Ну, потому что из-за вкусняшек. Я же вам говорю. Ну, просто это тоже... Так, мы продолжим. У нас небольшой инцидент был. Давай, Тать. Продовольственную программу чуть было не выполнили. Вот. Папа предупреждал, что могут из-за вкусняшек не поделить их. Сейчас она должна обойти вокруг вас. Да? Вы встаньте по центру. Давай, я по центру. Давай. Зоечка, обойди. 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 Его обойди. Ну, папа голова да, закружила. Молодец. Вот, молодец. Умничка. Умница. Что там? Ползти она умеет. А, да. Ползи, Зоечка. Зоечка. Зоя, покажи, как ты умеешь. Давно уже не делаю, не забыла. Лежать. Ползи. Вот так, нет, все. Нет, папу не поднимаю. Давай, лежать. Ну, все. Ползи. Да ты мой ползу. Постараемся, чтобы никто из военкомата не посмотрел и не пригласил тебя в зону специальной операции. Ну, молодец. А, еще ты даже скажешь сидеть и ждать. Она может больше ждать. Сидеть, девочка. Ждать. Я сейчас выйду, она должна сидеть. Так, мама пошла выходить, она ждет с папой. Ну, все, не дождалась. Ну, ничего, все равно она заработала вкусняшку. Иди сюда. Иди, это... не заработала. Зоя, иди. Зоя. Зои. Иди. Иди сюда. Иди сюда. А то Татоша совсем не хочет никакие упражнения делать, а хочет только забрать у ребенка вкусняшки. Ну, дай лапку, да. Дай лапку. Лапку дай. Нет, дай. Давай. Давай, Зоя. Дай лапку. Молодец. Ну вот. Скажи. Дай пять. Опа. Дай все. Пять. Молодец. Молодец. Хорошо. Ну все. Ну давай крупным планом. Всем хорошего настроения. Вот такая у нас гостья. Она, думаю, будет приходить нам немножко почаще. И вкусняшки будут разделены по разным адресам. Все, всем хорошего настроения. Пока.